На 7-м продолжается марафон «День выбора. Парламент». Мы говорим о сегодняшних выборах, на которых вы делаете судьбоносное, по сути, решение для нашей страны. Каждый ваш голос формирует будущее Украины на ближайших 5 лет. Помните об этом? Смотрите 7-й телеканал. В промежутках обязательно сходите проголосовать. Сколько осталось еще времени до закрытия избирательных участков, вы видите на своих экранах. В верхнем левом углу работает таймер, он отсчитывает время до закрытия избирательных участков, и он же показывает, сколько времени в эфире проведем еще мы с нашим марафоном. До 20:00 идет марафон, потом 7-й телеканал продолжает свою работу, и сразу же после закрытия избирательных участков вас ждет увлекательное ток-шоу «Прожектор», на котором уже будут обсуждаться первые результаты. Итак, у нас новий гость. Олечка, тебе слово, представляй. А перед цим нагадаю, що триває голосування, долучайтеся. Зростає кількість тих, хто проголосував, і на це вказує і наш інтерактив. Телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки, на вашу думку, на ваші питання. І долучаємо до розмови Михайла Кацина, політолога-міжнародника. Михайло, вітаю вас. Вітаю, колега. Які у вас зараз відчуття? Ви проголосували? Як все пройшло? Так, звісно, я проголосував. І, безусловно, я, як і будь-який громадянин нашої країни, був обов'язаний зробити цей вибір, оскільки сьогодні, безусловно, дуже важливий день. Ми збираємо новий состав парламенту, на який розлагаються дуже великі надії. І від того, наскільки качественно буде цей новий созив парламенту, буде зависеть, наскільки качественно буде його законотворчество і в кінечному итоге, какому результату прийде наша страна через 5 років по завершенню його каденції, якщо, звісно, не буде неочередних виборів. Зараз вже якісь... Понятно, что строить прогнозы о том, как сформируется коалиция, какой будет парламент, это сложно, но тем не менее социологию мы видели все. В принципе, возможно, что будет отличаться результат конечный от тех цифр, которые выдает социология, потому что как минимум явка несколько другая, нежели прогнозировалась. 20% по состоянию на 14:00, хотя прогнозировало 60 и больше. Ну, посмотрим, до вечера еще есть время. То, что нас ждет в парламенте после выборов, это будет перезагрузка парламента, либо это будет какое-то уже доведение до состояния абсурда этой институции. Ваше мнение как эксперта? Ну, я думаю, что все-таки окончательно мы сможем говорить о явке ближе к завершению работы избирательных участков. Действительно, сейчас вопрос и главная интрига, наверное, стоит в том, сохранится ли та явка, будет ли повторена та явка, которую мы видели в первом туре президентских выборов, на втором туре президентских выборов. Но уже они говорят про то, что не будет такой явки точно. Ну, давайте подождем, поскольку сейчас, сейчас 3 часа, мы обсуждаем явку по состоянию на 12 часов, постоянно 2 часа. У нас впереди еще есть время, за которое люди могут прийти и проголосовать, наши сограждане, и, безусловно, поправить им саму явку, и мы тогда уже будем смотреть, коррелировать явку с той явкой, которая была продемонстрирована на президентских выборах. Что касается дальнейшего развития нашей страны, безусловно, знаете, чем отличается политолог от политтехнолога? Политолог, он всегда найдет 100 причин, обосновывая уже свершившиеся факты. Сегодня будет очень много экспертов, и вы предоставляете замечательную платформу, как 7-й канал, экспертам, и не только сегодня, и в следующие дни. И все будут обсуждать парламентские выборы, и то, что уже случилось, и тому находить вот результатом их сотни причин. Политтехнолог обычно он все-таки смотрит в будущее и пытается смоделировать ситуацию. Исходя из того, что у нас есть и так, как протекала кампания, даже с чем выходят сейчас отдельные политики с избирательных участков, с теми заявлениями, с которыми выходят, можно четко сказать, что те изменения, наверное, которые ждет общество, наверное, к сожалению, общество не дождется, да, вот тех изменений, поскольку общество очень большие надежды на новую Верховную Раду, в целом на новую вертикаль власти, на эту перезагрузку.
Но учитывая характер политической гонки, которую мы видели, ту политическую культуру, даже низкую политическую культуру, которая была продемонстрирована во время этих парламентских выборов, а все-таки парламентские выборы проходили, очевидно, грязнее с точки зрения технологий, используемых в этой кампании, чем президентские. Не стоит ждать какого-то вот качественного рывка. Кроме того, давайте давать себе отчет в том, что люди сейчас голосуют, исходя из того, что вот они чувствуют, а не исходя из осознанного понимания тех программных тезисов, которые предлагают кандидаты и политические силы. Поскольку мы, по сути, не слышали ни от одной политической силы, ни от кандидатов каких-то ясно четких формулировок, как они видят внутриполитическое, внутриэкономическое развитие нашей страны. Поэтому это скорее голосование, которое идет из глубин сердца, желание людей объективно что-то изменить. Но учитывая вот характер всей этой кампании, вот все проблемы, которым как бы она сопровождалась, я думаю, что, к сожалению, эти изменения не случатся. Но, безусловно, перезагрузка власти, она полезна, проветривание кабинетов, и, конечно, это будет другая Верховная Рада, другой стиль работы. И с точки зрения результатов, я не думаю, что мы видим качественные изменения ситуации в нашей стране. Ну, с тем, что у нас народ голосует скорее эмоционально, чем рационально, с этим, по-моему, уже надо смириться, и это уже взяли на вооружение все политтехнологи, этим активно, в принципе, и пользуются, что мы видели на избирательной кампании. Особенности избирательной кампании, которые выделили бы вы, этой парламентской, что было отличающееся от предыдущих, что привлекало внимание ваше? Игнорирование, тотальное игнорирование законодательства. И опять же, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, как политические силы и политики могут менять ситуацию в стране к лучшему и способствовать неким институциональным изменениям, когда в процессе избирательной кампании многие не гнушались теми или иными средствами, которые прямо противоречат действующему законодательству. Это и компрометирующие борды, это и регистрация тех или иных кандидатов, которые, очевидно, являлись техническими кандидатами, либо там фейковыми кандидатами. Это и распространение той или иной информации. Более того, даже реклама той или иной политической силы и отдельного кандидатов в мажоритарных кругах во время дня тишины. То есть все это в совокупности говорит о том, что кандидаты использовали нечестные способы борьбы. То есть они как бы все договорились условно о правилах, что мы придерживаемся этих правил. Выйдя из Центральной избирательной комиссии, каждый забыл об этой договоренности и вернулся к тем стандартным схемам, которые традиционно принято использовать во время избирательной кампании. Поэтому, исходя из этого, мы не можем рассчитывать ни на какой качественный нравственный скачок украинской политики, потому что уже на старте те люди, которые сейчас идут в Верховную Раду, они продемонстрировали приверженность добрым украинским политическим традициям. А вот это, по-моему, вот джекпот, это 4 из 4. Все гости, которые у нас сегодня были, у нас с Олей такой почти негласный спор был, все ли скажут про борды, которые были в день тишины, сказали все действительно. Вопрос будет к вам, и просьба, наверное, будет к нашим телезрителям. Вы все прекрасно видите, как шла избирательная кампания и как выглядел наш город вчера, как он выглядит сегодня. Есть понятие, как уголовная ответственность, юридическая ответственность, есть понятие такое, как политическая ответственность. Делайте ваш выбор осознанно, а не так, как хотелось бы другим людям, которые не уважают законодательство, не уважают вас и думают, что город — это их личная собственность, и борды — их личная собственность, и они чем-то элитарнее, и они чем-то отличаются от общей массы. Это не антиагитация, не агитация, это призыв к рациональному мышлению. И вот вопрос тоже к вам, как к специалисту. Политическая сила, которая считает себя стоящей над другими, чем руководствуются политтехнологи этой партии, когда предлагают, а давайте мы в день тишины оставим, во-первых, мы не дадим никому в городе вешать борды, кроме нас,
А во-вторых, в день тишины мы оставим очень характерные борды, которые около нас все равно. Все понимают, за кого призывают голосовать. И все знают, что это вроде как плохо, но мы все равно давайте их оставим. Это формирование такого сознания у электората, что вот эти элитарные, всем нельзя, но им можно, значит, эти лучше или как? Ну, я бы не стал выделять конкретно. Я понимаю подоплеку вашего вопроса. Я понимаю, что вы, наверное, хотели от меня услышать, но, во-первых, мы ограничены неким форматом, все-таки идет голосование. Мы ограничены форматом, который запрещает агитацию и антиагитацию, но мы можем говорить про применение тех или иных технологий. Мы можем говорить про применение, да, Сергей. На партии А и кандидате Б. Абсолютно с вами согласен. Ваш вопрос, он очень правильный и по существу. Я бы сказал бы следующее. К сожалению, ни одна политическая сила, а даже несколько политических сил, несмотря на прямой запрет законодательства, и в день тишины, и в день выборов, мы видим борды, рекламирующие ту или иную политическую силу. То, о чем вы говорите, это некая возможность для той или иной политической группы либо политической силы, имея определенные рычаги влияния, иметь больше бордов с тем, чтобы нарушить действующее законодательство. Вопрос состоит в том, что ее конкуренты, если бы у них была возможность, условно говоря, занять больше позиций по бордам, они делали бы то же самое. Такая у нас политическая культура. Это понятно. Да. Вот как аргументирует политтехнолог своему заказчику? Давайте мы оставим. Люди же видят эти борды. С экранов ТВ, из интернет-изданий им рассказывают, что в день тишины этого всего не должно быть. То есть люди это читают, они понимают, что это прямое нарушение. Что их выставляют не в лучшем свете. Но, тем не менее, эти борды по всему городу. То есть, вот как давайте аргументирует так. Политтехнолог? Во-первых, в работе политтехнолога нет понятия черных политтехнологий, белых политтехнологий. Есть просто некий инструментарий, который используется. Конечно, все политтехнологи в основном, они политконсультанты, они как бы используют понятно отработанный инструментарий. Да, это газеты, борды и прочее. Отвечая на ваш вопрос, избиратели, они, когда втягиваются в эту предвыборную гонку, они, как правило, рассуждают уже в терминологии «наш», «не наш», в терминологии команд, как на футболе, в терминологии вот некой спортивной борьбы. То есть избиратель, он как бы ждет, что вот политическая сила применит все возможные средства для того, чтобы себя показать и для того, чтобы себя дополнительно позиционировать, пусть даже в нарушении действующего законодательства. Кроме того, давайте признаем, что у нас в обществе очень часто, к сожалению, приступают те или иные институты, те или иные законодательные нормы с целью достижения какой-то цели. Именно поэтому такой низкий спрос политиков, которые игнорируют действующее законодательство. Ведь политики — это плоть общества. Ведь политики себе позволяют ровно настолько, насколько себе, скажем, некое отклонение от действующих норм действующего законодательства позволяют себе люди в рамках совместного сосуществования. Это нужно понимать. Поэтому не стоит удивляться такой спокойной реакции со стороны людей, если, например, вы ждете или мы ждем, что люди наоборот среагируют негативно, что вот посмотрите, нарушение законодательства, мы не проголосуем за вас, разве нарушается законодательство? Это право силы. Это право силы. Собственно, это та система взаимоотношений и тот подход к праву, к действующему законодательству, которое демонстрируется и на бытовом уровне, он просто приносится на политический уровень. Спасибо большое за комментарии. С нами на связи Сергей Быков, политический консультант. Здравствуйте. Добрый день. Сергей, хотелось бы услышать ваше мнение. Эта политическая кампания, в чем были ее особенности, с чем мы пришли к этим выборам? Вот точечные моменты, которые отличают ее от предыдущих. По факту, во время этой избирательной кампании мы перешагнули очередные красные линии цинизма и вранья избирателям. К сожалению, так происходит у нас. Технология кандидатов-клонов не то, что никуда не делась, она гипертрофировалась, и на некоторых округах мы наблюдали по 6, по 8 кандидатов-клонов против лидеров
избирательной гонки. То есть если это мы говорим о мажоритарных округах, если мы смотрим на партийные кампании, то здесь все более, можно сказать, радужно, потому что партии в основном акцентировали свое позиционирование, выработали собственное позиционирование в том или ином ключе, то есть кто-то поддерживает там партию условного президента, кто-то не поддерживает партию условного президента, кто-то поддерживает партию условного премьер-министра, и риторика партий была выработана четко в конве. В принципе, все худо-бедно прошли избирательную кампанию, и я думаю, что результаты не заставят себя ждать. Уже после 20 часов мы сможем говорить о конкретных цифрах той или иной политической силы. Показывают довольно низкие результаты по явке, хотя социология прогнозировала, что будет порядка 60% явка. Ваш прогноз какой будет? Ну, во-первых, что значит низкая явка? У вас есть данные на 16 часов? Их сейчас нет даже у Центра избиркома. И кто эти замечательные люди, которые прогнозировали явку 60%? У нас на президентских выборах явка составляла 62%. А на парламентских она всегда ниже на 8-10%. Поэтому какие 60%? Вы о чем? То есть ваш прогноз, что будет в каких рамках? Не прогноз. Прогнозировать я смогу только после того, как мы увидим явку на 16 часов. До этого это не прогнозы, это гадание на кофейной гуще и предположения, и всякие там... можно наслюнявить палец, поднять вверх и спрогнозировать на основе этого соплевого пальца явку избирателей. Можно будет предметно говорить только после 16 часов. Но я не ожидаю, что она составит выше, чем 52%. И опять же момент нарушений. Что стоит ждать и насколько проблемнее будет по сравнению с президентской сегодняшняя избирательная кампания? Существенных нарушений пока никто не фиксирует. Тех, которые могут повлиять на финальный исход голосования. Единственный скандал, который мог быть действительно таким громким, кричущим и вопиющим, это 94-й округ Киевской области, где мог бы быть по решению суда внесен в список кандидатов одиозный Александр Онищенко, но суд буквально ночью принял решение о том, что Онищенко все-таки не должен быть кандидатом, поэтому выборы в этом округе не сорваны. Так что ждем подсчета голосов, скрещиваем пальцы и понимаем, что все-таки надо действовать уже сейчас и до 8 часов вечера на практике продемонстрировать то, как надо действовать и приходить на избирательные участки, голосовать, чтобы нам потом всем не было стыдно за то, что не пришли, не проголосовали, а кто-то проголосовал за нас. Оля, є вопроси? Так, Сергію, додам ще одне питання. Результат екзит-полів після 20-ї години можна буде вже оприлюднювати. Це і зроблять наші колеги вже ввечері. Скажіть, на вашу думку, чи треба корелювати, чи будуть корелюватися дані з екзит-полів? Наскільки вони будуть показовими, на вашу думку? Якщо сравнювати з президентськими виборами, ми побачили, що экзит-пол, в принципе, соответствует общим результатам выборов, но здесь надо отдавать предпочтение крупным социологическим центрам, которые уже на практике доказали, что их экзит-полы не отличаются существенно от результатов выборов. То есть, например, КМИС, который сейчас входит в национальный экзит-пол вместе с Центром Разумкова и Фондом Деминициативы, они постоянно проводят экзит-полы на всех выборах, и у них данные достаточно точные. Тож, на них будемо орієнтуватися. Дякую Сергію за включення, за роз'яснення. Сергій Биков, політолог, був, політичний експерт, був з нами на зв'язі. Коллеги, я хотел бы добавить, когда мы говорим о выборах, есть еще очень два важных момента, которые мы упустили применительно к этой парламентской гонке. И это очень серьезных два момента. Первый момент – это откровенное апеллирование политических партий украинских к внешним игрокам, да, в рамках политической борьбы внутри страны. Это очень опасная ситуация. Ладно, когда это апеллирование происходит к нашим союзникам из Европейского Союза, из Североатлантического Альянса.
Хотя я, например, считаю, что это тоже неправильно. Это внутриполитический контекст, в который не должны вовлекаться даже наши союзники. Но когда в рамках избирательной кампании у нас снова возникает господин Путин, Кремль, то есть фактически российский режим, который аннексировал наш Крым, оккупировал часть территории на Востоке, и некоторые политические силы, они как бы апеллируют к России, апеллируют к Москве в рамках внутриполитической украинской борьбы, то есть пытаясь повлиять на позицию электората. Я считаю, что это очень опасно, особенно беря во внимание ту роль, которую негативную роль сыграла Россия в новейшей истории нашей страны. Кроме того, еще одна очень серьезная негативная тенденция на этих выборах — это перераспределение медийного рынка на общеукраинском уровне. Это очень действительно негативная тенденция, поскольку мы видим, как телеканалы и региональные, и на общеукраинском уровне, они корректируют свою повестку в зависимости от позиции сменившихся руководителей. Это тоже очень серьезная проблема, которую нужно исследовать и над которой нужно думать, поскольку таким образом пытаются влиять на позицию граждан нашей страны и на их выбор. Это вы имеете в виду касательно медиарынка корректировать и думать, что это внедрение наблюдательных советов, о которых шла Нет, речь? Нет, ну смотрите, мы видим... Смотрите, это же не новость, что каждые выборы, структура медиарынка нашей страны меняется. Так динамично, как она меняется перед этими парламентскими выборами, она не менялась еще никогда. Мы сейчас видим, как крупные каналы, которые действительно имеют очень серьезную аудиторию в масштабах целой страны, они меняют собственников, и одновременно со сменой собственников они меняют свою медиапрограмму. Далее. Понятно, что мы сейчас как бы включились в эпоху Фейсбука и в эпоху социальных сетей. Мы видим откровенно агитационные посты со стороны тех или иных экспертов, тех или иных общественно значимых личностей, на которых ориентируются люди, но они откровенно как бы формулируют некую точку зрения, близкую той или иной политической силы. Это, в принципе, очень опасная история. Я вам объясню, почему. Потому что она снижает, опять же, она играет на снижение уровня политической культуры в нашей стране. То есть получается, что мы, живя в 21 веке, мы пользуемся приемами пропаганды 20 века, когда, чтобы в ложь поверили, нужно, чтобы человек об этой лжи слышал по 1000 раз в день. То ли с экранов телевизора, то ли со стороны тех или иных общественно значимых лиц, которым верят люди, например, подписанные на Фейсбуке. У нас есть еще один звонок. С нами на связи по телефону Александра Решмедилова, политолог. Александра, здравствуйте. Приветствую вас. Александра, ну, впечатление, пожалуй, первое хотелось бы услышать об этих выборах, о сегодняшнем дне. Вы наверняка мониторите информационное поле, в курсе того, что происходит в Киеве, в Украине в целом. Да, конечно. Пока из того, что очевидно, меня лично настораживает явка ниже 20%. Эти данные на 2 часа. У себя на избирательном участке также интересовалась, какая явка у нас ниже 30%. То есть пока в связи, наверное, все-таки с летним сезоном, с выходным днем, хорошей погодой, украинцы пока не торопятся на избирательном участке. Скажите, как, по-вашему, может повлиять низкая явка на тот результат, который мы увидим после того, как досчитают и огласят результаты выборов? Потому что существует, по мнению некоторых экспертов, риск, что из-за низкой явки партии, у которых было на уровне прохода количество голосов потенциальных, могут просто остаться за пределами Верховной Рады. Ну, для начала пока давайте не нагнетать обстановку. Она явка низкая состоянием на сейчас. Какая она будет до конца дня, мы спрогнозировать не можем. Пользуясь возможностью, лучше призвать украинцев идти на избирательные участки, не опускать руки, находить время для волеизъявления. Это будет гораздо полезнее, нежели рисовать апокалиптические сценарии. Пока по экзит-полам, которые тоже проводятся, скажем так, к
конкретному времени, на 12, на 2, ну вот такие. Пока 4 политические силы у нас более уверенно чувствуют себя, остальные действительно имеют пограничные показатели. Это все, что можно сказать на сейчас, без конкретного результата. Но то, что явка прогнозируемая не будет очень высокой, но это понятно, это сезонные факторы. И хотелось бы задать вам вопрос о ходе избирательной кампании. Мы вот обсудили то, какие технологии применялись, что шло в ход. Что больше всего вас удивило и что больше всего, скажем так, неприятно удивило на стадии подготовки к этим выборам? Для начала давайте понимать, что кампания не просто быстрая, она молниеносная. То есть то, что на нее выделили 60 дней, не все 60 дней было задействовано. Во многом можно говорить, что только последние 10 дней активно шла борьба и агитация. Это катастрофически мало, поэтому ощущение, что все технологии сливаются сразу в один сосуд, и то, что получается, оно очень сложно к восприятию. Технологии разные, клонов масса, масса технологий, направленных на обман избирателя. Никуда не девается подкуп, сети, админресурс на местах, особенно на местах, где вертикаль власти не до конца еще дозагружена, есть и могут быть искривления результатов. Но глобально, я думаю, что выборы должны пройти спокойно, без сильных негативных факторов, которые повлияют на исход голосования. Олександр, вітаю. Скажіть щодо явки. Ми вже обговорили це з деякими вашими колегами. А чому Захід з такою низькою явкою? Ну, смотрите, есть несколько факторов. Я говорила, сезонные, они могут быть связаны с отдыхом, они могут быть связаны с заработками, они могут быть связаны с условно огородами и прочими моментами. Западные области всегда на лето больше направлено на то, чтобы отправить кормильцев куда-нибудь на заработки, поэтому многих может не быть. Также те, кто находится на заработках постоянно, на выборы могут не доехать, не вернуться. Те, кто нашкребли на отдых, могут просто уехать, передохнуть, выдохнуть. Все-таки лето на дворе. Поэтому эти все факторы могут влиять и не в последнюю очередь, конечно. Дякую. Спасибо большое за комментарий. Политолог Александра Шмедилова была с нами на связи по телефону. Якщо можна, я хочу додати ще до явки. По Одеській області ми вже казали, що на 12-ту годину це трохи більше, ну майже 18,5% явка складала. Але от примітно ми не казали по районах. Київський голосує найактивніше, понад 21% явка вже склала. А от Приморський лише 10,5% на 12-ту годину. Тож маємо ще й удвічі меншу явку по районах в Одесі. Як це можна пояснити? Ну, опять же, мы должны говорить явки. Я здесь согласен абсолютно с Сергеем, все-таки постоянно на 16 часов, потому что вот эти все флуктуации, которые мы видим, их нужно оценивать, ну, уже ближе к завершению дня голосования. Поэтому я бы не стал сейчас уже делать некие долгосрочные выводы о, скажем, отличии в голосованиях между районами Одессы. Ми казали про те, що молодь дуже активна була на президентських, і багато наших гостей хотіли, щоб вона була активною зараз. Ви працюєте з молоддю. Які у них настрої були перед виборами? Отличие президентських виборів від парламентських в тому, що президентські не персоніфіковані. Это играет существенную роль и влияет на мобилизацию всех групп населения. Парламентские выборы, они не персонифицированы, в них нет такого живого накала. И, естественно, явка, она, ну, в принципе, она традиционно ниже, да и отношение не такое, вот, как на президентские выборы. Потому что на президентские выборы всегда речь идет о неком сломе системы, да, хотя бы в представлении избирателей, поэтому явка, безусловно, выше, тем более речь идет о конкретных личностях. А если мы говорим в целом об этой парламентской кампании и о несовершенстве избирательной системы, мы еще раз увидели, что избирательная система, она несовершенна, а именно смешанная система, которая у нас есть. Напомню, мы избираем половину парламента по спискам, половину по мажоритарным округам. Эта система себя еще раз продемонстрировала свою неэффективность, поскольку мы видим, как
очень часто избиратели фактически покупаются, да, к сожалению, на какие-то социальные объекты, которые перед выбором им создают, какие-то, какой-либо вид материальной помощи, который им оказывается. Это не имеет абсолютно никакого отношения к деятельности депутата, а самое главное, к избирательной кампании депутата, которая должна быть в демократической стране. И даже сам факт того, что у нас люди, граждане, они не требуют от депутата, например, тех или иных законопроектов, не требуют, чтобы он сформулировал ту или иную, то есть кандидата в депутаты, ту или иную программу, с которой он придет в парламент, а просит решить те или иные вопросы социальной инфраструктуры, которые традиционно отнесены к уровню местных органов власти. Это говорит о том, что у нас и сами люди, граждане, они не до конца понимают и не до конца могут размежевать роль институционального депутата на местном уровне и роль институционального депутата на уровне Верховной Рады. Кроме того, 5-процентный пороговый барьер, который вот у нас по факту сейчас существует, он не дает возможности небольшим политическим проектам себе заявить. Это тоже нужно понимать, что в наших условиях кампанию проводить очень дорого. Необходимо мало того, что собрать на это серьезный финансовый ресурс, но также преодолеть сопротивление крупных финансово-промышленных групп, которые контролируют и медиа, контролируют и размещение внешних рекламы на внешних носителях в украинских городах. И чтобы это преодолеть, объективно нужны некие ресурсы, да. А у небольших партий этих ресурсов нет. Именно поэтому, если была снижена явка, это автоматически дало возможность как бы открыть социальные лифты, пропустить небольшие политические проекты в парламент к решению вопросов, к тому, чтобы они вышли на серьезное политическое поле. Я считаю, что хотя бы в силу этого нужно реформировать избирательную систему. Собственно, избирательный кодекс реформирует систему. Мы переходим на пропорциональную систему по открытым спискам. Как она будет работать, мы увидим. Самое главное, чтобы эта система, она правильно сработала на местных выборах, и мы не имели ту ситуацию, которую мы имеем сейчас, когда отдельные округа, например, в Одессе, не имеют своих представителей. Местные выборы вы затронули, тоже задавали этот вопрос нашим гостям. Прогнозируют, что они будут либо этой осенью, либо следующей. Ваше мнение? Давайте говорить сначала с юридической точки зрения. Нет оснований для роспуска местных органов власти. А каким образом может это произойти? Я думаю, что теоретически могут пройти выборы в ключевых городах. Но тогда нужно принимать по каждому отдельному городу отдельное решение, да, о досрочных местных выборах. Это возможно, но это как бы усложняет всю эту технологическую цепочку. Кроме того, нужно понимать, что те политические проекты, которые сейчас идут в парламент, они не все из них, так скажем, да, поскольку сейчас идет голосование, они готовы к местным выборам, не сформированы в достаточной степени местные ячейки. Александра совершенно правильно заметила, выборы проходили очень быстро. И, по сути, даже тех кандидатов по мажоритарным округам, которые выдвигали партии, они тоже не всегда выдвигали продуманные, не всегда выдвигали рейтинговых кандидатов. И в силу этого, в силу некой неразберихи, необходимости подготовиться, лучше было проводить выборы в следующем году. Но, с другой стороны, к следующему году усталость населения настолько возрастет, что, безусловно, это будет иметь влияние на позиции политических сил, которые сейчас придут в парламент, уже в местных советах. То есть мы сейчас говорим очень аккуратно, опять же, памятуя о том, что идет голосование. Кому из политических сил может быть выгодно, если выборы проходят в этом году? Выгодно тем политическим силам, которые давно на политическом рынке, у которых серьезные региональные политические структуры, у которых серьезные инструменты, у которых есть договоренности на местах. Опять же, это возможность получить борды, возможность получить медиа-освещение, возможность получить финансовые ресурсы под компанию. То есть выгодно тем политическим силам, которые как бы интегрированы в некую общественно-политическую действительность в городах, громадах, областях и так далее. Если мы говорим о политических силах, которые только себе заявили и только, например, пройдут в парламент, то для них, конечно, что нужно время для того, щоб вони создали цю регіональну сеть. Якщо місцеві будуть позачерговими цієї осені, чи не станеться вигорання виборця?
Ну, я не думаю. Тут скорее может быть выгорание неких политических сил, поскольку проводить три кампании, серьезных кампаний, а это будет даже не три кампании, это будет четыре кампании, потому что на местном уровне будут голосовать не только за партию, но и за отдельных кандидатов. То есть проведение четырех серьезных кампаний в течение года — это на самом деле очень серьезное напряжение ресурсов. И, конечно же, это создает дополнительное напряжение в системе. Вот у нас мы говорили о несовершенстве избирательной системы, поступают сообщения подобные. Добрый день, команда одного из кандидатов зафиксировала схему по массовому подкупу избирателей в 137-м округе. Мы сейчас с ситуацией разбираемся, чуть позже будут подробности инцидента. Кто подкупал, кого подкупал? Знаете, ваша коллега, журналистка известного украинского Светлана Крюкова, в этом году издала достаточно интересную книгу, которая называется «Сетка». И я советую почитать нашим зрителям, кому интересно. Ее, в принципе, можно приобрести, найти, наверное, в открытом доступе. И там она описывает конкретный кейс, связанный с избирательным округом в Чернигове и выборами в 2015 году. Мы помним те выборы, да, и как, собственно, реализовывалась система подкупа, система сеток. И ничего же не изменилось за прошедшие 4 года, казалось бы, да. По-прежнему у нас те же сетки, как способ мобилизации, гарантированной мобилизации. Ну как не изменилось? Они перекочевали к новым кандидатам, нет, их перепродали. Сетка как некая технология. Вы сейчас говорите о некой структуре, которая передается из поколения в поколение. Это, безусловно, есть. Но как технология, она по-прежнему существует, есть в английском замечательное слово outlaw, да, то есть когда что-то вынести за рамки закона. И, к сожалению, у нас сетка, она, по сути, как бы вынесена за рамки закона, но на существование этих сеток, по большому счету, закрывают глаза. Вот у нас есть информация по явке по Одессе на 15.00, Мальновский район 37%, Приморский район 32%, Суворовский район 36%, поскольку активно голосует Киевский район 35%, выровнялась более-менее картина. Я напомню нашим телезрителям, что время, которое у вас остается на то, чтобы сделать свой выбор, вы видите на своих экранах в верхнем левом углу. Не пропустите эту возможность, не отдавайте свое будущее в чужие руки, потому что если вы хотите с кого-то спрашивать за решение, берите сейчас ответственность на себя и выбирайте этого самого делегата от вашего района, который будет представлять Одессу частью в Верховной Раде. Не поленитесь дойти до избирательного участка, сделать свой выбор. Потом уже это уже часть ответственности распространяется и на вас. Если можно коротко, думаю, у нас пару минут есть. В дополнение к тому, что вы сказали, очень важно прийти на выборы. И даже если вы, например, боитесь, что политическая сила, которая вам интересна, не пройдет в парламент, просто учитывая отсутствие ресурсов и учитывая как бы вот ваше представление, вы все равно придите и проголосуете, потому что в конечном счете итоги подведет Центральная избирательная комиссия, возможно, именно ваш голос будет решающим, но самое главное, как раз вот как бы сама включенность избирателя, сама поддержка той политической силы, которая ему интересна, объективно играет на некое снижение потенциала тех партий, которые, например, он считает, ну, не своими. Спасибо большое за то, что пришли к нам в эфир. Спасибо большое за наставление для одесситов. Будем опять же надеяться, что наши телезрители его воспримут. Я напомню, что с 12 часов дня мы работаем в режиме нон-стоп, в режиме марафона до 8 вечера. Уже в следующем часе, сразу после выпуска новостей, эфир перехватит Светлана Пензова, наша коллега. А после 8 политическое ток-шоу «Прожектор» с первыми итогами выборов. Кто за кого и как проголосовал, узнаете у нас на 7-м максимально оперативно. А мы с вами прощаемся.